не смогла дойти до финала. Их представители, это тоже по-своему показатель работы местных федераций, так скажем. Уважаемые друзья, следующая весовая категория до 52 килограммов, она же олимпийская. Здесь Сакен Бибосынов, который имеет лицензию на Токио 2021 против Махмуда Сабырхана. Очень огненный, интересный поединок нас ожидает, потому что вы знаете, что Сабырхан здесь является одним из самых острых, одним из самых нокаутирующих боксеров, несмотря на этот легкий вес. И вот сейчас сразу же своим настроем показывают, да, я думаю, финалисты, будет... что будет бескомпромиссная битва. Хороший бой покажут, интересный бой. Здесь тоже может быть сенсация. Сабырхан Махмуд, я вот за ним наблюдал. Тоже очень классный боксер, разнообразный. И в первых же минутах он хочет взять свои все руки. Уже наступает и попадает. Довольно молодой, перспективный. Два призера мира, уважаемые друзья. Бронзовый призер чемпионата мира прошлого года. Сакен Бибосынов против призера чемпионата мира среди молодежи Махмуда Сабырхана. 19 лет Сабырхану. Никто не хочет делать шаг назад. Вот сейчас чуть точнее был Махмуд Сабырхан в этом эпизоде. Два удара занес свой актив. Конечно же, победить обладателя олимпийской лицензии всегда почетно. Нужно отстаивать это гордое звание Сакену Бибосынову. Да, хороший захватывающий бой идет. Скоростной бой. Хорошего уровня. И оба работают с трехударными комбинациями. Ну, школа похожая, да, все-таки здесь Туркестанская область, Шымкент. Если бы несколько лет назад проходил поединок, его назвали бы южно-казахстанским дерби. Поэтому практически с одного зала эти боксеры. Да, тут откровенно идет уже заруба. Начинает атаку здесь Сабырхан. Снова попадает. Слева попадает, еще справа, передней рукой. Да, такой принципиальный здесь бой. Ну и хорошо уходит от атакующих действий своего соперника Сакен Бибосынов. Очень быстрые, такие резкие. Где-то Сабырхан Махмуд перебивает. Да, чуть побыстрее руки, да, Сакена. У него в ближнем бою. Вот слева сейчас еще один удар записывает себе. Отлично. Ну и справа на отходе Сакен Бибосынов, да, вызывает, успевает его нанести удар. Ну и таким образом очень хороший, качественный первый раунд завершается. Послушаем, что Барзахали Айджанов скажет. Ни одного лишнего слова. Все по делу. Здесь Мырзагали Айджанов, титулованный тренер. В свое время очень долгие годы возглавлял он главную мужскую команду. Сейчас, как вы видите, подготовил в наследство своему Биржану Жакыпову такого вот яркого, да, очень правильное наставление. Сакен Бибосынов. Сабырхан Махмуд немножко физически сильнее и перебивает Бибосына Сакена. И Сакену надо на ножках контрить. Если он также будет стоять на месте, то это будет плохо для него.
хороший размен. И никто не хочет отдавать свои позиции. Трехкратный чемпион Азии среди молодежи Махмуд Сабырхан. Да, довольно такой плотный бой. И сам темп очень на хорошем уровне. С первых раундов подняли темп. У рефери на ринге очень много работы. Это, кстати, же ваш тренер, если не ошибаюсь. Да, это Хуат Султанович. Это мой первый тренер, который научил меня боксу. Напомню вам, в нашей студии находится Миржан Рахимжанов, трехкратный чемпион Казахстана, призер Кубка мира, чемпион Азии. Сейчас вместе с нами рассказывает о финалистах. Да, здесь показывают характер бойцы. Не только такая физическая битва, здесь психологический уровень на очень таком достойном уровне, потому что психология в спорте играет очень большую роль. Ни на секунду не застаиваются оба боксера. Борьба идет, клинч, возня. И здесь в клинче тоже пытается Бибусынов парочку ударов нанести. Корпус, апперкот. Снова отчаянный размен ударами. Хороший темп. Выдерживают этот темп на самом деле финалисты. Последние 30 секунд второго раунда. Да, на самом деле здесь уже идет чисто кураж. Боксеры боксируют на кураже. Поймали свой такой темп и тяжело уже остановиться. Но это и хорошо. Финал чемпионата Казахстана во всей своей красе такими должен быть. Размен. Слева сейчас размен. Попал Сакин Бибусынов. И никто не отдает своей позиции. Даже после удара, да, даже после гонга такое. Не останавливается. Не слушают, точнее, даже не слышат, наверное, указания они рефери. Послушаем синий угол. Сакин Бибусынов в полуфинале остановил Дамира Абдекадыра из Алматинской области. Его соперник выиграл у Олжаса Байниязова из Атырауского региона. И сейчас завершающий раунд. Да, третий раунд все решит. Определение победителя состава сборной Казахстана по боксу. Сейчас весь тренерский штаб во главе с Галымбеком Кенджибаевым, конечно же, проделывает колоссальную работу. Расписывает имена претендентов на следующий год. Очень много турниров. Мы ждем. Также здесь Сабырхан Махмуд опять же наступает. Первым начал атаку в третьем раунде. Выиграл размен, но сейчас вот слева. В контратаке Сакин Бибусынов очень хорошо действовал. Снова размен. Здорово попадает Сабырхан. И в ближнем бою в довесок накидывает еще несколько ударов. Темп не спадает в этом поединке. Да, здесь идет воля. Очень такая сильная воля. Воля к победе. Что тот и тот боец. Вот хорошая вот конкуренция. Борцовские захваты, толкания, присущие накалу финала чемпионата Казахстана. Без них не обойтись. Вот снова отчаянный размен ударами.
Какое количество ударов выбросили уже на протяжении этого поединка боксеры, трудно подсчитать. Очень близкий бой, очень тяжелый такой. Да, здесь скоростной и такой разменный чисто идет. Бой такой. Интересный бой. Вот сейчас в этом эпизоде здесь забирает себе. Да, на перехвате здесь работает Махмуд Сабырхан. Махмуд. Пытается реваншировать боксер из Туркестанской области. Здесь вот настучал буквально в голову молодой претендент своему сопернику. Последняя минута в этом поединке, уважаемые друзья. Весовая категория до 52 килограммов. Обладатель олимпийской лицензии Сакен Бибосынов против трехкратного молодежного чемпиона Азии, призера мира Махмуда Сабырхана. Хороший размен. Здесь и боковые удары проходят. Да, комбинации разные у финалистов. Виден такой хороший багаж ударной техники. Да, прижимает канатом своего соперника. Классно. Дышит. Сабырхан. Хорошо, да, 8-месячный простой не сказался на финалистах. Это радует. За это огромный респект их тренерам. Да. Вот сейчас вызывает. На самом деле на кураже. Ох, сейчас тяжело воткнулся головой Сакен Бибусынов. В наглости им не занимать. Вызывающе ведет себя Махмуд Сабырхан, уверен в своей победе. Ну, такие же боксеры и нравятся публике, которой, к сожалению, нет он здесь на трибунах. Спасибо за это великому карантину. Но зато здесь зрители телеканала «Каспорт», которые могут вживую практически наблюдать за такими хорошими поединками. Здесь тоже может быть сенсации. Да. Молодые боксеры побеждают. Да. На этом турнире. Все, отбросили эмоции. Поблагодарили друг друга. Раздельным решением судей выигрывает Махмуд Сабырхан у обладателя олимпийской лицензии Сакена Бибусынова. Но бой был очень близкий. По накалу здесь больше, наверное, на уровне чемпионата мира. Именно воля к победе. Воля к победе, да. И плюс пройденный путь Сабырхана на этом чемпионате. Он сильнее хотел, наверное, выиграть чемпионат страны. И в этом заключается ведь главная сложность для фаворитов, так назовем, Сакена Бибусынова. Настраиваются отдельно против них претенденты, и очень-очень тяжело. Да, уважаемые друзья, нас ждет интервью. Дильмухамед Кудеров не сидит без дела и сейчас готов взять у победителя с первых слов Махмуда Сабырхана интервью. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз тамашалағандай 52 келі салмақ дәрежесінде аса бір тартысты жекпе-жек етті. Олимпиада жолдамасына ел кеткен Сәкен Бибосыновтан басым түскен Сабырхан Махмуд міне Қазақстан чемпионы атанып отыр. Сабырхан, бұрын кездесіп кетер екеуің, Сәкен екеуің тактикасын білетін бе? Тактикасын білемін, Аллаға шүкір. Алдыңғы осыдан көк презентада шыққан болатын бірінші рет. Сол кезде жасқа байланысты білмеймін, ұтылдым, бірақ ұтылдым деп айта алмаймын. Сәкен қолын көтерген. Мені жарыс басталғанда айтып едім, реванш, өзім есемді жіберген есемді қайтарып аламын деп. Міне, Аллаға шүкір, бүгін есемді қайтарып алдым. Аллаға шүкір, ағайлардың айтқанымен былай істеу керек, былай істеу керек айтты. Ағайлардың толықтай несін орындап шықтым. Аллаға шүкір. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз ары қарай жалғастырамыз өз көрсетілімізді.